Today, we're going to speak of an artist that I love very much. When Tina Modotti was being deported from Mexico, she was considered una extranjera indeseable. Very beautiful, a pale face framed by two wings of black hair and great eyes that continue to look at us throughout the years. Эта работа называется «Красный барабанщик». Толчок был ее создать, я думаю, в 91 году, когда коллапс случился в Союзе, и Союз развалился, я создал такой образ воина, русского воина. Это как предчувствие гражданской войны в России. Для меня это было очень шокирующее событие. Я думаю, я отразил в этом образе. Фигура воина, русского воина, здесь даже у меня красная звезда есть. Все мои фигуры — это часть насекомых и часть человека. Меня атласы вдохновляют анатомические тела насекомых и людей. Я выставил здесь три работы. Это не триптих, но они просто повешены вместе. Эта работа называется «Красный барабанщик». История такова, что в 1991 году, когда Советский Союз рухнул и все разваливалось, я вспомнил работу русского художника Павла Кузнецова «Смерть комиссара». Там на голубом фоне, на фоне неба, три воина. Один из них ранен смертельно, он падает, а двое его держат. Вот эта работа мне дала толчок сделать эту работу. Вообще, все мои работы — это такая причудливая смесь средневековой мистики и искусства 20 века. Когда я делаю такие образы, мне вдохновляют анатомические атласы человеческого тела, насекомые, цветы, фактура деревьев, коры. И очень важны линии и плоскости, которые я там раскрашиваю. У меня много крестов в работах, многие меня спрашивают, почему. Я как бы сражаюсь с духом и плотью всегда. В общем, это работа о России немножко, о том, что с нами случилось. И символика такая, что у него на голове Буденовка красная звездой, в центре сжатый кулак и крест держит. Это образ сердца, которое ранее случилось. In a way, they remain true to that idea. One of the things that we'll discuss in a minute is whether or not they remain living sculptures, and the answer seems to be very much yes. Since you went to art school and met in London, you've always lived and worked in London. Could you ever conceive of living and working anywhere else, even though you've exhibited all around the world, or is London your place? We don't live in London. We live in East London. We would never move from East London, Jack the Ripper. Mr. Masu worries, we asked a friend of ours to write a letter to the head of sculpture, asking whether he would recommend her for a project. And he wrote back, and the friend showed us the letter and said, "Don't imagine, under no circumstances, anything to do with these two people." What form of the other student level or any outside of? The most artist and artist is the one that he started. So what did you learn at art school? A lot of the artists here, I think some people teach, some won't. Some will have learned a lot after you've been drinking. Я в своей жизни не могу сказать, что много путешествовал. Но в любом случае путешествие влияет на мои работы. Но я думаю, мне не надо много путешествовать, потому что я виртуально путешествую. Почти всегда общаюсь с другими эпохами, с моими любимыми художниками, поэтому писателями. Так что мне много ездить не нужно. Я, находясь в студии,
путешествую, потом делаю картины. Ну, пожалуй, все. Меня интересует религия очень, и вся моя работа это вдохновлены причудливой смесью средневековой мистики и современного искусства 20 века. Как-то читая Паскаля, французского писателя, я прочитал о Иисусе Христе. Он написал, что кто-то прошел, это об Иисусе, что Иисус кто-то прошел. И у меня возник такой образ. Эта работа называется «Город Иерусалим». Фигура Иисуса длинная, Иисус, который на маленьких ножках и тонких колесиках движется к городу Иерусалиму. Здесь окна, некоторые окна вырезаны, и с той стороны подклеена английская Библия, кусочки, и карты, мест, где ходил Иисус. Это красный кипарис и стена. Вот такой образ. Работа генерала – это последняя. Работа. Здесь много всего. Опять насекомые, люди. Делали ее, я слушал музыку Малера, и у меня на полу пару иллюстраций валялось Густава Климта. Я думаю, вот эта музыка и Густав Климт, и образ военных. Военных почему? У меня отец был военный. Я эту работу назвал генерал. Здесь у него погоны, берет. И много фактуры и точек. Для меня это насекомые шевелятся, ползают, летают, там, оставляют следы, траектории. Когда я делаю работы, я нахожусь в своей сфере. Я создал сферу, и там я творю миры. Но у нее очень тонкая-тонкая оболочка. Иногда она прорывается. И тогда получаются вот такие дыры. Черные дыры, как затмение, или вот такое, откуда может палиться краска или кровь.